Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стиг. Сегодня нашим малышам исполнилось 2 недели. Козюльки. Вот так мы передвигаемся на пузике. Это мы ползем. Это мы ползем. Ползем. Да. При этом плачем, да, потому что пузико лежит на месте, ножки двигаются, и мы с места не трогаемся, но мы очень стараемся и плачем при этом. А мама переживает, говорит, чего у меня ребенок плачет? Мамочка рядышком, Юлечка, сидит и наблюдает, что у нее ребенок плачет. Я тоже заглянула посмотреть, что ж там ребенок расстроился. А ребенок всего-навсего не может стронуться с места. Тот ему пошел на помощь помогать братишка. Да, такой же, второй. Брат помог, да, говорит, сейчас подожди, говорит, подсуну сюда свою головку, упрешься ножками, и мы, говорит, с тобой вдвоем с места таки сдвинемся. Вот, вот так вот скажи. Когда есть брат, все в жизни гораздо проще происходит. С помощью братишки мы немножко, говорит, сдвинулись с мертвой точки и перестали плакать. Вот что значит настоящий, говорит, брат. Всегда поможет сдвинуться с места. А то ребенок плакал и плакал. А наши чишки-мальчишки, рожденные 9 ноября, уехали на прививочку. Первая по возрасту прививочка будет им сегодня сделана. Завтра получим подарки для щеночков от фирмы Royal Canin. И, наверное, завтра проведем видео и фотосессию, так как ребятки уже подросли, изменились. На продажу осталось 7 чишек-мальчишек из помета, рожденных 9 ноября. Все уже, как я говорила в предыдущем видео, живут уже в семье полностью, социализированы, бегают с большими взрослыми собачками, играют, общаются с нами, живут как в обычных семьях. Только пока нас много, им весело, но скоро все малыши найдут себе любящих и заботливых мамочек и папочек, разъедутся в новые дома. У кого-то, возможно, в новых семьях будут друзья такие же, чишки-малышки или собачки другой породы, или киски. Чихуашки хорошо живут в компании, любят опять. Вот брат ушел в сторону, говорит, и все. Беда бедой, не сдвинуться нам. Ну, сейчас он доползет, видишь, старается, торопится. Плачет опять, да. Ну, вот все, говорит, пришел, говорит. Я так, собственно, жизнью доволен, говорит. Запыхался, тяжело дышу, жарко, устал. А здесь опять беда. Из этого угла нам опять не выбраться без помощи братишки. Ну, не плачь, давай, напрягайся, а то уж ты совсем, да, вот такая попа в ширину больше, чем в длину. Ну, смотри, брательник, как натренировался уже тут ползать. Устал. Устал сопротивляться.
Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с чишками-мальчишками, готовыми к продаже. Завтра начнем делать фото-видео-сессии отдельные, индивидуальные парнишек. Потом, возможно, сделаем общие со взрослыми собачками, как они себя ведут, каждый по отдельности, именно в процессе игры и общего поведения. Каждый малыш имеет свою изюминку в характере и в поведении. Все бесподобно очаровательные и замечательные. Поэтому, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. К малышам пришла мамочка, да. Теперь малыши пойдут кушать у нас. Это у нас, скажи, вот два занятия. Все, мама вернулась, вернулась мамочка, да. Два занятия, скажи, поспал, поел, поел, поспал, все. Сразу, говорит, тут я быстро знаю, куда ползти. Тут, говорит, сразу понятно, где надо, где еду дают. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Ох, ох, подсветка наша летит. Да, да, да. Уронили, мама лампу уронила. Что, Лепёхин? Вот такой, скажи, ребенок. Вот так, скажи, мы будем кушать. Обед, да. Приятного, детки, аппетита. Кто-то тут проголодался. Кое-кто тут проголодался, да, затмякали. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!